178 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Югре за прошедшие сутки. В Сургуте 61 заболевший, в Нижневартовске 19, в Нефтьюганске 13, в Урае и Нефтьюганском районе по 11. В других муниципалитетах менее 10 новых случаев. На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 42 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 0,99. Состояние 140 пациентов тяжелое, 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки умерли 5 человек с подтвержденным коронавирусом. Вылечились 216 югорчан.